малом зале концертного зала «Уникс» прошел второй тур кастинга самых талантливых, красивых и амбициозных студентов Казанского федерального университета. 36 участниц, которые накануне удивили членов жюри, сегодня пришли вновь блистать на сцене концертного зала. На этот раз они проявляли себя в творческом выступлении, доказывая, что именно они достойны участвовать в финале конкурса «Красоты, грации и творчества» «Мисс КФУ 2017». Мы показывали свои таланты, кто на что был гораст, это правда. И уже по итогам его хотели отобрать первоначально 12 девочек, но жюри было покорено, и нас целых 16. Наш университет любимый дал нам отличный стартап для возможностей, по итогам которого мы сможем пойти куда-то дальше, возможно, принять участие в каких-нибудь еще конкурсах красоты. Поэтому это прекрасный опыт. Конкурсантов ждет насыщенная подготовка. Уже сейчас жюри активно дает советы, как необходимо вести себя на сцене, чтобы запомниться зрителям. Также уже прошли видеосъемки визитных номеров и фотосессия. Готовит конкурсантов к финалу никто иной, как мисс Татарстан 2017 и вице-мисс Татарстан, кстати, студентка Казанского федерального. Смотри, давай как раз отрепетируем, у тебя это будет. Встань вот так. А потом повернись на другую. До финала остаются считанные дни. Кто же станет носить титул «Мисс Казанский федеральный университет 2017» узнаем 3 марта. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.